Изменится, это постоянный аутичный ребенок, он постоянно это у него будет. Не изменится? Никогда. У нас осталась вот одна проблема, он совершенно не может общаться. У него такая низкая самооценка, он считает, что девушка там с ним даже разговаривать не будет. Вот, вообще, вы моя последняя надежда. Вот я подумала, что, может, пусть играет роль вот уверенного человека, который заставит с прямой спиной, вот ходит. Дай поцелуй тебя. Ага. Носик. Ну, ты уже прошла вроде. Носик. Носик, дай. Ну, ты говорила, ну, ладно, ладно. Я теряю уже сознание. О, Господи. Наклоняюсь, целую, выпрямляюсь. Наклоняюсь, целую, выпрямляюсь. А? Смотри в глаза ей. Итак, я скоро буду счастливейшим из людей. Понимаешь, поцелуй должен быть такой чмокнутый, хороший, солидный. Вы говорите, за сиськи трогать или нет? Ну, за сиськи, а что их не трогать-то? Они для этого стоят. Ну, нас тюрьму посадят. Кто тебя посадит? Это в Америке посадят. Глаза закрыты. Вы вслушиваетесь в свои руки. Вот, Катюха, ну прям в тему. А еще какое у нас такое движение есть? А вот такое еще давайте. Найди себе мужчину, мам. Найди, мам. Бросил тебя папа, бросил. Поэтому вы добра другим не советовать. Ты сама ошибки допускала. Есть какие-то девушки, которые тебе нравятся? Есть красивые. Это тебе. Спасибо тебе за отличный спектакль. Не умею. Чего не умеешь? Ну, жить. А что ты тогда мне врешь? Знаешь, что врать нельзя маме? Не и мне тоже нельзя. Я не вру, что мне лень. Олег, ты хороший человек.